Кто? Старого парня. На крайнем стриме чатик меня попросил поиграть с новым вектором по 9 мм, который добавили в предновогоднем патче, как и другое оружие. Так вот, и составить какое-то свое мнение об этом новом стволе. Я сравнил его с другими ППшками. В стоковом состоянии ближайший оппонент по вертикальной отдаче — это MPX-SD. У него тоже 32 единицы. Но MPX проигрывает по скорострельности. Вектор более скорострельный, у него 950, как у MP7. Получилось так, что вектор это что-то между MPX и MP7. Плюс это оружие, оно впитало лучшие качества обеих сторон, так скажем, и скорострельность, и точность. Но стоит оно дешевле, чем MPX, и не требует особо каких-то сильных модификаций. Плюс, если вы будете использовать хороший боеприпас или топовый боеприпас 7.31, то это просто получается лазерган. В общем, вчера я поиграл с ним первый раз. Сегодня вот монтирую видео. Что зато получилось, собственно, увидите дальше. Если кому-то понравится, ставьте лайк, подписывайтесь. Ну и поехали. Куда ты полетел, алё? Сейчас, ребята, бешеную птицу, все видел. Иван, спасибо большое. Это Виктор. АПшечки. Если выживем... Бля... Меченку мою воруют, сволочи. Ядрить? Регистрацию можно завести, пожалуйста? Спасибо. Сюда... Сюда... Ох, ебану мать, сколько там, 73 килограмма. И машины нету. Вот это скорость бега, смотрите. Вот это бег. Знаете, на что этот бег мне напоминает? Есть же спортивная ходьба, знаете, такое? По скорости, по крайней мере. Да и по движениям такими же вот. Бег трусцой, да-да. Ты сука. По спортсменам стреляет, блин. Ты смотри на него. Им голову. Но этого просто насквозь прошило. У него без шансов сейчас было. Но в лысую это... Ну, должно, по крайней мере. Только подо мной сидит. Только не в воду. Может, я убил его случайно? Понятно. Слишком профессиональный игрок был. Тех типов можно было убить даже самый дефолтный MP5. Вообще без обвесов. Что это за циркач был, который... А, ему залетело, хедшот. Понял. Сорян. Ну, хз.
Кажется, все. Так, что у меня за патроны заряжены? АПшечки? Видели, да, сидит слева? Господи, такой профессионал. Кто-то бежит. Ты в окно ко мне хочешь запрыгнуть? Там еще. Блин, ну там фулочки, и на них хоть. Очень опасно выходить лицом, я хотел сказать. Кстати, Виктор еще один. Я его взорвал. Убито ручными гранатами, видите? Я одного взорвал бота, и этого типа взорвал в кустах где-то. А, да-да-да, здесь. Минус один. Один в будке. Их трое там. Охереть. Я пошел драться, ребята. Дай-ка, ну чего ты еще не устал каждый раз свой новый сумки? Собирать дробовики, качать убежки. Блять, а там фулочки. Голову попал, но у него каска хорошая. Сука. Блять. АПшкой одним выстрелом в грудь. МПХ у него был. Ну, достаточно тоже так нормально броня у него сдержала, конечно. А, у тебя были 31-й, что ли? Ёшкин кот, чел. Я бы так и отъехать тогда мог. Таким макаром. Реально 31-й были, да? Ну-ка. Блин, реально 31-й, ё-моё.
Где-то я это видел уже, ребят. Это был ЧВК все это время. Что? Как так? То есть я тут убил его друга. Лутаюсь, хилюсь. Заюзал 3 сурва. Ему вообще плевать на меня было, да? Там парикмахер. Ну чё такой заходит ко мне в комнату? Я у него спрашиваю, типа виски прямые или косые? А он стрелять по мне сразу, представляете? Я решил, что прямые. Побрил его немножечко. Ясно. А, он с АКМ его порешал. Ё-моё, вот этот чел вообще молодец. Он такого танка тут завалил, ёшкин кот. Где он? На каком этаже, не пойму. Блять! Сука! На третий пошли. Он что, на третий ушел? Сюда. У меня же вот с тобой была броня, но я забыл про нее. Она, кстати, сломанная. Ладно, пойдет. Это АПшки 300-е АПшки? Вон он, мать. Что я пережил только что? Это реально 300-е АПшки? Блэкауты? Бронебойные блэкауты? Что? И что-то у нас получилось. Топорист, сука. А что ты думал, друг? Ты пришел с береточкой полутать мою меченку, что ли? Ну, херня какая-то. Ну что такое? Не везет. Кто-то по железу спустился почему-то. Или за... А, он зашел. Ядрите звуки. Я сейчас вообще не вкурил, что происходит.
Перезаряжайся. Молодец. Видел новую разгрузку. Вот. Сделаю побольше. Мега тактикульная разгрузка, если что. Ладно, М-ка тогда долой. Блять. Блять. Гонялся за типом с эпкой, наткнулся на типа с дробовиком, стоящего на остановке. А, я убил. А, это я. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.